Предупреждаю вас, Ватсон. Характер у него трудный. Очень. Я бы сказал, даже невыносимый. То есть? Он чудаковат. У него странные привычки. Он нелюдим. Отлично. Я тоже не очень общительный. Передумали? Мне выбирать не приходится. Мистер Шерлок Холмс у себя? Проходите, он наверху. Прошу вас. Добрый день. Добрый день. Что именно? Формулу. Я нашел реактив, который осаждается гемоглобином и ничем другим. Ну, а позвольте представить, доктор Ватсон, мистер Шерлок Холмс. Давно с Востока? Недавно. Ну, как вы узнали? Пустяки. Скажите, доктор Ватсон, вы понимаете всю важность моего открытия? Да, как эксперимент, это интересно. Но какое практическое применение? Господи, именно практическое. Вы просто не понимаете, какие возможности это открывает перед судебной медициной. Дайте палец. О, нет. Всего одна капелька крови. Видите, вода кажется совершенно прозрачной. Соотношение крови ничтожно. Всего 1 к 1 000 000. Угу. Теперь. Ну? Что вы скажете? А теперь представьте, что на одежде подозреваемого находит маленькое бурое пятнышко. Что это, кровь? Ржавчина? Фруктовый сок? Краска? Ни один эксперт не берется определить. А с помощью моего реактива это можно сделать за 1 минуту. Да, действительно. Беру свои слова назад. Все это очень интересно, Холмс. Но я привел к вам Ватсона по другому делу. Вы говорили, что эта квартира вам не по карману. Да, дороговато. Ну вот, а Ватсон, как вы правильно угадали, только что из восточных колоний. И ищет в Лондоне жилье, но недорогое. Я думаю, для двоих это будет недорого. Да, и если вам по-прежнему нужен компаньон, то... А если это подойдет мистеру Ватсону? Здесь 2 отдельные спальни, а гостиная общая. Ну, это все вы, конечно, уберете. Ну что же, здесь очень славно. Меня все устраивает. Так что я могу переехать сюда завтра. Ну, вот и прекрасно. Угу. Я понимаю вас, мистер Ватсон. Вы познакомились с миссис Хадсон, симпатичная старушка, и не сует нос в чужие дела. Но я совсем другое дело.
Во-первых, я курю. Ну что же, я тоже курю. Во-вторых, я играю на скрипке. Я, к сожалению, не играю на скрипке, но люблю послушать хорошую музыку. В-третьих, я ставлю химические опыты. Это ваше право, тем более, что они весьма успешны. И в-четвертых, ко мне ходит очень много народа. Зато ко мне, боюсь, никто не придет, кроме мистера Стэнфорда. Так что среднеарифметическое число визитеров будет невелико. И потом, мистер Холмс, у меня есть та же добродетель, что и у вашей хозяйки. Я не сую нос в чужие дела. А я люблю совать нос в чужие дела. Это вы сами добыли? Да, это мне повезло. Хотя я неплохой стрелок. Кстати, мистер Холмс. Да? А как вы догадались, что я был в восточных колониях? Это простейшая цепь рассуждений. Стэнфорд представил вас как доктора. А выправка у вас армейская. Значит, военный врач. Левая рука плохо действует. Значит, были ранены. Ну и остается вспомнить, где недавно британские войска вели военные действия. На востоке. Да. И в самом деле очень просто. Мистер Ватсон. Да-да. Это роман? Да. Вы что, читаете романы? А вы хотите сказать, что не читаете? Это же Диккенс. Не читал, не читаю и не собираюсь читать. Я вообще не читаю беллетристику. Ну, а история? Философия? История, философия в руки не беру. Ну, а как же Аристотель? Жанна д'Арк, Коперник? Коперник – знакомая фамилия. Что он сделал? Боже мой. Так ведь это же он открыл, что Земля вращается вокруг Солнца. Или этот факт вам тоже неизвестен? На мои глаза говорят мне, что скорее Солнце вращается вокруг Земли. Впрочем, может быть, он и прав, ваш, как его, Коперник. Простите меня, Холмс. Вы человек острого ума, это сразу видно. Вы превосходно знаете химию. Как же вы не знаете вещей, которые известны каждому школьнику? Ну, когда я был школьником, я это знал, а потом основательно забыл. Вы что, хвастаетесь своим невежеством? А вы, Ватсон, вы можете отличить грязь на Риджент-стрит от грязи на Пикадилли? Или пепел гаванской сигары от пепла манильской? Или можете мне сказать, что написано в третьем параграфе уложения о наказании к Британской империи? Можете? Но ведь я говорю об элементарных вещах, которые знает каждый. Но я-то не каждый. Ватсон, поймите, человеческий мозг – это пустой чердак. Куда можно набить все, что угодно. Дурак так и делает, тащит туда нужное и ненужное. И, наконец, наступает момент, когда самую необходимую вещь туда уже не запихнешь. Или она запрятана так далеко, что ее не достанешь. Я делаю по-другому. В моем чердаке только необходимые мне инструменты. Их много, но они в идеальном порядке и всегда под рукой. А лишнего хлама мне не нужно. Учение Коперника, по-вашему, хлам? Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. То есть, как допустим? Земля вращается вокруг Солнца, но мне в моем деле это не пригодится. Как ужасно было бы жить в мире, где не с кем было бы поговорить о поэзии, о живописи, о политике. Где каждый знает только то, что ему нужно для дела. Ватсон! Извините. Мистер Ватсон.
Ватсон, я могу вас утешить. Дело в том, что таких людей, как я, в мире очень немного. Может быть, даже я такой один. Доброе утро, сэр. Доброе утро. В чем дело, джентльмены? В чем дело? Вы куда? Вы куда идете, сэр? Куда? Мы пришли к мистеру Холмсу. Ватсон, это ко мне. Доброе утро, джентльмены. Доброе утро, сэр. Не дождались меня. Голод сильнее мужской солидарности. А? Ну ничего. Ничего. Я вас скоро догоню, и потом мы сыграем в шахматы. Вы играете в шахматы? А ваш посетитель? Посетитель? Старикашка. Он ушел. Ушел? Да-да, ушел. Я не видел. Миссис Хадсон, вы не видели, выходил ли от мистера Холмса такой старик? Какой старик? Такой отвратительный, в грязных лохмотьях. Нет, не видела. И вообще, мистер Ватсон, я стараюсь никогда не смотреть, кто выходит, кто приходит к нему. И вам не советую. Ватсон, заходите, Ватсон. Заходите. Скажите, Ватсон, вам никогда никто не встречался из этих милых джентльменов? Проверьте вашу наблюдательность.
кто это? Это мои хорошие знакомые. Я с ними не знаком. Прошу вас. Я уверен, что мои услуги вам больше не понадобятся. Пожалуйста, прямо вот в эту дверь. Теперь вы можете быть совершенно спокойны, ваша светлость. Что это вы там едите, Ватсон? Омлет, какая мерзость. Бросайте это и одевайтесь. А в чем дело? Мы едем с вами ужинать в ресторан Феррари. Будем есть перепелов и пить Шато-Роз. Я сегодня богач. Спасибо, я сыт. Миссис Хадсон! Вам не кажется, что мистер Холмс загадочный человек? Нет, мне не кажется. Мне не кажется. Вообще, я предпочитаю его не обсуждать. Я тоже. А почему вы говорите шепотом? Ведь его нет дома. Вам не спится, Ватсон? Я прекрасно спал. Но меня разбудило вот это. Но вы говорили, что любите музыку. Музыку? Да. Но это, я думал, с кем-то плохо. Или кошка застряла в трубе. Наверное, вы правы. Но дело в том, что это одна из моих привычек. Под эти звуки мне лучше думается. А сейчас как раз есть о чем подумать. Вы бы лучше подумали о том, что уже 2 часа ночи. Что это? Глаз. Человеческий глаз. Стеклянный? Настоящий. Принято считать, что в зрачке убитого остается изображение убийцы в последний момент перед смертью. Я провел ряд опытов и могу с уверенностью сказать – абсолютная чепуха. Дорогой Ватсон, чтобы вас утешить, я могу сыграть что-нибудь более привычное для вашего слуха. Thank you.
очень скрытен. Никогда не рассказывает о своем прошлом, о своей семье. Вы не знаете, кто он по профессии? Нет, он не говорил. Хотя мы знакомы 3 года. А расспрашивать было как-то неловко. Мне тоже. Вот. Поэтому я решил повнимательнее понаблюдать за ним. Да? И к чему же привели ваши наблюдения? Ох, не торопитесь, не торопитесь. Я расскажу все по порядку. Дело в том, что я сразу заметил, что у него очень узкий круг интересов. Он не знает самых простых вещей, хотя в совершенстве знает уголовное право, химию, вернее, тот его раздел, который касается ядов и взрывчатых веществ. Знает все об оружии, холодном и огнестрельном. Да. Вероятно, неплохо стреляет. И боксирует. Боксирует? Ну что же, это можно проверить. Что вы хотите этим сказать? Все, что я хочу сказать, я скажу. У него бывают странные посетители. Я видел женщин, которые уходили от него в слезах. Один отвратительного вида старик пришел и не ушел. Он вошел в спальню Холмса и не вернулся. А куда же он делся? Не знаю. Может быть, он скрывался от полиции. И Холмс помог ему выбраться через окно на соседнюю крышу. А может, еще хуже. Неужели вы думаете, что Холмс связан с преступным... Посмотрите налево, только осторожно, незаметно. Видите? Человек читает газету. Все не так просто. У него в газете дыра, через нее он наблюдает за нами. А вот и второй. Где? У дерева. Угу. Тоже не спускает с нас глаз. Вероятно, это люди Холмса. Ватсон, этот бедняк, конечно, не купил газету, а нашел в мусорной куче, поэтому в ней дырка. А тот, который у дерева, просто ждет, когда вы докурите сигару, чтобы взять свой окурок. Угу. Я понимаю, вам трудно поверить. И сам не хотел бы верить. В Шерлоке Холмсе очень много привлекательного. Мне с ним интересно. Он мне нравится. Но факты говорят против него. Это он оставил вчера на столике в передней. Это отмычки. И все-таки невероятно, чтобы такой человек, как Шерлок Холмс, оказался обыкновенным преступником. Необыкновенным. В том-то и дело, что необыкновенным. Я убежден, что сам он не совершает преступлений. Он мыслитель. Мозг преступного мира. Что вам нужно, милейший? Ватсон, вы пришли вовремя. Я где-то забыл свои ключи. Вот ваши ключи.
рад, что вы их нашли. Мистер Холмс. Войдите. Не желаете ли побоксировать? Вы серьезно? А вы не пожалеете? Я был чемпионом своего полка. Нам пора объясниться, Ватсон. Вы, конечно, думаете, что я ворую кошельки. Срезаю часы у ротозеев. Подстерегаю прохожих по темным углам. Мистер Холмс, вы не забыли, что у доктора ранена рука? Вы не наблюдательны, миссис Хадсон. Я ни разу не пустил в ход левую, поэтому шансы равны. В таком случае я, пожалуй, принесу Шерри. Начнем с того, что вы стали прятать свои часы. Раньше вы их забывали на каминной полке, на столе, на буфете. Допустим, вы боитесь моих посетителей. Пойдем дальше. Раньше вы выписывали Times, а теперь Daily News. Почему? Да потому что там печатаются объявления о сдаче квартир в наем. Вы собрались съехать собираетесь. И еще. В последнее время вы стали запирать дверь на ключ. Раньше он всегда торчал снаружи, а теперь внутри. Из этого я заключаю, что вы боитесь. И боитесь именно меня. Поначалу меня это забавляло. С одной стороны. Но с другой я понимал, что пора объясниться. Ведь для последнего разговора вы приготовили револьвер. Вебли Скотт 38. Армейский, если я не ошибаюсь. Ну, конечно. Я должен вас поздравить, Ватсон. Вы сделали, в общем, правильные наблюдения. Вы ошиблись только в знаке. Нужно было поставить плюс, а вы поставили минус. Я действительно имею прямое отношение преступному миру. Я сыщик. Сыщик. Ну, конечно. Ну, конечно. Мистер Холмс, успокойтесь. О, мистер Холмс. Ну, пейте, пейте. Вот так. Конечно, как я мог не догадаться. Вы, Ватсон, типичный правоверный англичанин. Мы, англичане, консервативны и не любим перемен. Любой человек, который отличается от нас по образу мысли и жизни, уже кажется нам жуликом. Я должен был вас разгадать в первый же день. Эти опыты с гемоглобином. Ватсон, люди вообще очень ненаблюдательны. Все погружены в себя. Да. Но и себе люди очень мало знают. Вот вы, например, Ватсон. Вы можете сказать, сколько ступенек на лестнице у нас в прихожей? 8. Сколько? 7. 10. Первая скрипит. На 7-й 2 года назад меняли доску. Это мелочь. Но нет ничего важнее мелочей. От любой, даже самой ничтожной мелочи можно протянуть цепь логических рассуждений.
На этом и построен мой метод дедукции. А как это выглядит на практике? Пожалуйста. Возле трупа полковника Эшби находят окурок сигареты. Сигареты той же марки лежат в портсигаре полковника Эшби. Кто, по-вашему, выкурил сигарету? Полковник. Так думает и полиция. Я неопровержимо доказываю, что полковник не мог этого сделать. Полковник носил большие пышные усы, а окурок сигареты был очень маленький. Он бы просто опалил себе усы. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, потом по следам зубов на окурке, еще по кое-каким признакам, я определяю убийцу. Это племянник полковника. Потрясающе. Скажите, почему вы не идете работать в полицию? Никогда. Пусть они ко мне приходят. Да они так и делают, когда у них попадается какое-нибудь запутанное дельце. Вы хотите сказать, что вы можете распутать преступление, не выходя из комнаты? Можно. Не всегда, конечно. У меня большая агентура. Старьевщики, горничные, уличные мальчишки. Они доставляют мне самые необходимые сведения. Скажите, Холмс, а тот пакостный старикашка, помните? Ну, который зашел к вам в комнату и таинственно исчез. Тоже ваш агент? И доброе утро, сэр! Мистер Холмс, вас ожидает молодая леди. Добрый день, сударыня. Добрый день. Меня зовут Шерлок Холмс. Прошу вас, пройдите в гостиную. Это мой друг и ассистент доктор Ватсон. При нем вы можете быть вполне откровенными. Вы дрожите, вам холодно? Это не холод, мистер Холмс. А что же? Страх. Вам нечего бояться. Я надеюсь, мы все уладим. Вы просто устали. Рано поднялись. Долго тряслись в двуколке. По плохой дороге. Потом ехали поездом. Откуда вы знаете? У вас за манжетом обратный билет. Потом левый рукав вашего жакета обрызган грязью. Пятнышки совсем свежие. Так можно обрызгаться, только сидя в двуколке, слева от кучера. Да, все так и было. Конечно, чему я удивляюсь. Мисс Фарентош говорила мне, что вы прям волшебник. Фарентош, ага. Дело об исчезнувшем кузене. Это она прислала вас ко мне. Да. И просила. Просила благодарить вас еще раз. Помогите мне, мистер Холмс. Помогите, иначе я сойду с ума. Самое ужасное, что мне никто не верит. Над моими страхами смеются. Даже мой жених говорит, что это бред нервной женщины. Расскажите, пожалуйста, все подробно. Обещаю вам, что здесь над вами никто не будет смеяться. Зовут меня Эллен Стоунер. Я живу в Сарее, в поместье моего отчима, доктора Ройлота. Он долгое время служил в Индии, но карьера его кончилась самым неприятным образом. Должна вам сказать, что это человек бешеного нрава.
У них в роду все такие. И вот доктор Ролот избил до смерти своего слугу индуса. Он долго сидел в тюрьме. Ему даже грозила смертная казнь. Но как-то он сумел выкрутиться и вернулся в Англию. Вернулся, правда, совсем без денег. Здесь он встретил мою мать. Вдову с двумя маленькими дочерьми. У меня была сестра, мистер Холмс. Мы были двойняшки. Мама вышла замуж за Ролота, и мы стали жить все вместе. У матери были деньги, не очень большие, нам хватало, чтобы жить безбедно. Но я не могу сказать, что мы были счастливы. Доктор с нами был груб, не сдержан. Даже мать боялась приласкать нас лишний раз, чтобы не раздражать его. Потом мама умерла, и нам стало совсем плохо. А кому ваша матушка завещала свое состояние? Все деньги она оставила Ройлоту, но в завещании было условие. Как только мы выйдем замуж, каждый из нас получает третью часть всех денег в приданное. Нам, конечно, хотелось замуж, хотя бы для того, чтобы вырваться из этого мрачного дома. Но к нам никто не ходил. Соседи боялись Ройлота, да и ему никто не был нужен. Наконец, моя сестра Джулия встретила человека, молодого, но очень приятного, который сделал ей предложение. И я была так рада за нее. Но за 3 дня до свадьбы Джулия умерла. Мисс Стоунер, прошу вас с этого момента рассказывать все очень подробно. Когда это произошло? 2 года назад. Но я помню все, как будто это было вчера. В тот вечер я долго не могла уснуть. И лежала в постели с книгой в руке. Пришла пожелать тебе спокойной ночи. Спокойной ночи, Джулия. Как я тебя завидую. Через 3 дня у тебя начнется совсем другая жизнь. А я и рада, и не рада. Жалко оставлять тебя совсем одну. Но ничего, я буду часто-часто приезжать. Спокойной ночи. Эллен, ты не замечала, что по ночам кто-то свистит? Свистит? Да. Где? Не знаю. Может, в коридоре, а может, за окном на лужайке. Такой тихий, печальный свист. Нет, я не слышала. Но ты знаешь, я ведь сплю очень крепко. А я не сплю. Каждую ночь всю последнюю неделю. Проснусь, кругом тихо, темно, и только этот печальный свист. И еще стук. Знаешь, такой негромкий, осторожный, как будто кто-то просит пустить его в дом. Вот так. Тук, тук-тук. Впрочем, все это пустяки. Спокойной ночи. Мисс Стоунер, вы всегда запирали дверь на ночь? Да, и я и Джулия всегда запирались на ключ. Почему? Доктор Ролд привез из Индии гиену и павиана. Гиену и павиана? Да. И на ночь он выпускал их погулять по дому или по саду. Джулия!
извините, ради бога, что мне пришлось заставить вас снова пережить эту ужасную ночь. А как вел себя ваш отчим? Ну, его тоже разбудил крик. Он выскочил из спальни, послушал ей сердце, посмотрел зрачки, он ведь врач. Сказал, что все кончено. Простите, а как сформулировали причину смерти? Больное сердце. Но мне кажется, она умерла от ужаса. Ее кто-то смертельно напугал. Помните, она прошептала пестрая лента? А на ком, по-вашему, она могла заметить пеструю ленту? Я не знаю. Может быть, на цыгане или цыганке. Я не говорила вам, что возле нашего дома расположился цыганский табор? Интересно. Я не сказала вам главного. Месяц назад мистер Армитдж, наш сосед, сделал мне предложение. И мы должны обвенчаться через неделю. Через неделю? Да, но 2 дня назад в нашем доме начался ремонт. И стену моей комнаты разобрали. И мне временно пришлось ночевать в комнате покойной сестры. Первую ночь я никак не могла уснуть. Все лежала и думала о Джулии. И вдруг я услышала тот самый тихий свист и осторожное постукивание. Тук-тук, тук-тук. На следующую ночь повторилось то же самое. Я всю ночь просидела с зажженной лампой. А утром первым поездом приехала к вам. Мистер Холмс, если мне не поможете, случится что-то ужасное. Мне бы очень хотелось утешить вас, мисс Стоунер. Но боюсь, что вам действительно грозит опасность. Мне необходимо осмотреть дом и вашу комнату в отсутствие Ройлота. Это можно устроить? Да, я думаю, это возможно. Он завтра вечером собирался к нотариусу. 2 часа его не будет. Жаль. Лучше бы было это сделать сегодня. Ну, завтра так завтра. Да, вам не придется спать в эту ночь. Смотрите, слушайте, запоминайте. Как называется ваша усадьба? Стокморн. Я буду прогуливаться неподалеку. Когда Ройлот уедет, вы подадите мне свечой сигнал в своем окне. Вот так. Ну и что вы скажете обо всем этом, Ватсон? Вам, конечно, виднее. Но я как врач взял бы под сомнение рассказ этой молодой дамы. Нервы у нее определенно не в порядке. Она крайне возбуждена. Может оказаться, что все это фантазия. Плод ее больного воображения. Вы что, судите по ее виду? Не только. Вспомните, как она обрисовала своего отчима. Послушайте ее, так-то просто чудовище, а не человек. Всю свою жизнь она ревновала к нему свою мать. Обычная история. Каждый психолог вам скажет, не верьте мужу, если он плохо говорит о теще, не верьте пасынку, который ругает свою мачеху, и не верьте всем тем ужасам, которые рассказывает падчерица о своем отчиме. Нет, я войду. Нет, не войдете вы. А я вам говорю, я войду. Нет, не войдете, я не войду. Пустите меня. Поднимите право. Да пустите меня. Не пропущу, не пропущу и сюда. Прочь с дороги. В любом случае не войдете. Прочь с дороги, старая курица. Пошел вон, бандит. Идиотка! Кто тут Шерлок Холмс? Я спрашиваю, черт побери, кто из вас Шерлок Холмс? Шерлок Холмс, это я. Доктор Гримсби Ройлот, у вас только что была моя падчерица Эллен Стоунер. Ну и что?
Что, ну и что? Не думаете ли вы, что вам удастся меня одурачить? Это старая дура Фарринтош дала ей ваш адрес. Что она здесь про меня наговорила? Что она плела? Вас это не касается. Слушайте вы, молодой прохвост, я ведь не таких обламывал. Попробуйте только сунуть свой длинный нос в мои дела, и вы увидите, что будет. От вас мокрого места не останется. Послушайте, сэр, я не допущу, чтобы вы... Молчать! Всякий дурак меня будет учить. Еще одна полицейская ищейка. Так вот, имейте в виду оба. Со мной шутки плохи. Ну, что вы теперь на это скажете, мой дорогой психолог? Вам не следует ехать одному, Холмс. Я поеду с вами. Пожалуйста, и возьмите свой револьвер. Нет, действительно, скотина. Ворвался в дом, наследил. Испортил хорошую вещь. Дело очень интересное и простое. Я называю такие дела делом на одну трубку. То есть? Пока выкуриваешь трубку, успеваешь найти разгадку. Вы хотите сказать, что вам уже все ясно? Не хватает некоторых деталей, но не в этом суть. Простите, господа, Стокморан вон там. Остановитесь здесь. Благодарю вас. Дальше мы пойдем пешком. Спасибо, сэр. Следите за окном. Это нам. Пойдемте, Ватсон.
Хорошо, что вы приехали, мистер Холмс. Нет. Это ваша бывшая спальня? Да. Ваш отчим не торопится с ремонтом. А вот комната моей сестры. Теперь я здесь сплю. Что нового, мисс Стоунер? Ничего. А что у вас с рукой? Вчера этого не было, это, очевидно, ваш отчим. Да. Он так ругал меня за то, что я пришла к вам. Мистер Холмс, остерегайтесь его, это страшный человек. Какой мерзавец. Ставни достаточно крепкие. Снаружи их не откроешь. Ватсон, вы видели когда-нибудь такую странную кровать? Почему странно? Все ножки привинчены к полу. Что это? Это шнурок от колокольчика, чтобы вызывать слуг. И он всегда висел здесь? Нет, Ворлд повесил незадолго до смерти Джулии. Но мы им не пользовались, все делали сами. Это, если я правильно понял, вентиляционная отдушина. Да, ее тоже как раз в это время сделали. Мы здесь все осмотрели, а теперь пройдем в комнату вашего отчима. Но она заперта на ключ. А мы попробуем открыть. Мисс Стоунер, у вас в доме есть кошка? Кошки нет, у нас только гиена и павиан. Вашу гиену мы не видели, но вряд ли она станет пить молоко из такого маленького блюдечка. Мисс Стоунер, а где ваш павиан? Гуляет по дому. Прекрасно. Прекрасно, Ватсон. Даже лучше, чем я ожидал. Мисс Стоунер. Я должен обратиться к вам с не совсем обычной просьбой. Я сделаю все, что вы попросите, мистер Холмс. Мы с мистером Ватсоном должны будем провести ночь в вашей спальне. А как же я? Вы будете с нами, это необходимо. Хорошо.
когда он войдет. А это мы обязательно услышим. Я покажу лампу, как будто вы легли спать. Вы, Ватсон, сядьте здесь. Постарайтесь не уснуть. От этого зависит ваша жизнь. И приготовьте револьвер. Видели? Мистер Холмс, вы спасли мне больше, чем жизнь. Вы избавили меня от такого ужаса. Я понимаю, что о деньгах неловко говорить, но все-таки сколько я вам должна? Мисс Стоунер, вы должны нам с мистером Ватсоном 1 фунт 6 шиллингов. За проезд из Лондона и обратно. Цыган я исключил с самого начала. Мисс Стоунер попала в плен обычных предрассудков. Обыватели вообще недолюбливают цыган, побаиваются их. Приписывают им всякие зверства. Кто ограбил церковь? Цыгане. Кто ворует детей? Тоже цыгане. А, но ведь мистер Ройлот действительно водил с ними компанию. Почему? Кто его знает. Может быть, чтобы позлить соседей. А может, действительно влюбился в какую-нибудь красотку из табора. Ясно одно. Никому, кроме Ройлота, не нужна была смерть этих несчастных сестер. Следующий шаг к развязке – вентиляционная отдушина. Вы видели когда-нибудь, Ватсон, чтобы отдушина вела не на улицу, не на чердак, а в соседнюю комнату? Ты еще повесил этот шнур от звонка, который никому не был нужен. Тогда вы и подумали о змее? Да. Ройлот все рассчитал абсолютно точно. Это болотная гадюка. Одна из самых ядовитых змей Индии. А Ройлот долго жил в Индии и знал, что ее яд не поддается химическому анализу. Ее укус – это 2 крошечных пятнышка. Кто их заметит? Но откуда этот таинственный свист? Чтобы скрыть улики, Ройлот вызывал змею обратно свистом к тому месту, где стояло блюдечко с молоком. Холмс, это исключено. Сразу видно, что вы мало читаете. Последние опыты доказали, что
Змеи глухи, они ничего не слышат. Да, я этого не знал. Но Ройлот о чем-то таком догадывался, потому что, не очень доверяя свисту, он еще постукивал по стене. А все глухие твари очень чувствительны к малейшей вибрации. Вы знаете, когда в темноте зашуршало, я стал наугад бить палкой по шнуру. И, видно, попал по змее. Потому что, возвращаясь, она в ярости укусила первого, кто ей подвернулся. Своего хозяина. Вот и вся история. Дорогой Холмс, вы великий сыщик. Дорогой Ватсон, я всегда вам об этом говорю. Но почему вы отказываетесь от вознаграждения? Все стоит денег. Ну, я не всегда отказываюсь от вознаграждения, но в данном случае брать деньги с этой несчастной девушки. Я не богат, но на 2 билета в оперу у меня хватит. Сегодня вечером в Ковенгарден дают волшебную флейту. Та-ря-та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